Тверской театр юного зрителя отмечает юбилей. Уже много лет театр радует нас яркими, запоминающимися, зрелищными спектаклями, которые славятся не только на региональном, но и на всероссийском уровне благодаря участию в многочисленных фестивалях. Чем же зацепил ТЮЗ всех зрителей Твери и не только, об этом смотрите в репортаже далее. Тверской театр юного зрителя – уникальное явление в театральном искусстве, которое берет свое начало в 1932 году. С момента, когда художественным руководителем стал 24-летний артист труппы Юрий Петрович Киселев, и начался новый виток в развитии Калининского ТЮЗа. Количество преданных поклонников молодого театра росло с каждым новым спектаклем, а репертуар уже был довольно обширным. И вот уже 90 лет театр радует нас интересными и завораживающими концертами. Мы считаем, что театр юного зрителя, юность – понятие скорее не возрастное, а психологическое состояние души, юности. Это состояние души. Человек, который всегда готов измениться, всегда готов увидеть что-то новое, удивиться чуду. Для нас всегда он находится в юном возрасте, и мы всегда рады видеть его в нашем театре. Тверской театр юного зрителя является постоянным участником различного рода фестивалей. За последние годы театр принял участие в более 10 фестивалей, некоторые из которых проходили в самом Тверском ТЮЗе. Также театр активно участвует в творческой жизни региона и страны в целом. За последние несколько лет театр обогатил театральную жизнь Твери. На нашей сцене свои постановки показали театры со всей России, а регионы нашей страны получили возможность увидеть лучшие спектакли. Говорят, что ТЮЗ – заботливый театр. С конца 2012 года ТЮЗ – постоянный участник программы «Доступная среда». В зрительном зале работает аппаратура для слабослышащих, в кассовом зале и внутреннем театральном пространстве появились таблички со шрифтом Брайля. Также помещения театра преобразовались и стали удобными для посещения людей с особыми потребностями. А в период простуд и плохой погоды, когда не хочется никуда выходить, но очень хочется побыть рядом с искусством, театр юного зрителя предлагает прийти к зрителям через экран. ТЮЗ предоставляет новую услугу – онлайн-показ лучших спектаклей и тех, что в репертуаре, и тех, которые находятся в архиве театра. Более масштабное празднование 90-летия Храма театрального искусства намечено на осень, когда стартует юбилейный сезон. Но сюрпризы зрителей ждут и в течение всего календарного года. ТЮЗ – это театр не только юных по возрасту, но и для тех, кто юный душой.